Всем привет! Маленький такой дисклеймер. Видео было снято много месяцев назад, но только сейчас дошли до него руки смонтировать его, потому что оно жутко длиннющее. Кратко, тут я собрала все палетки, которые на тот момент я купила. Это были новые палетки и какие-то новинки, которые я не показывала. Поэтому пишите свои комментарии, отзывы, что понравилось, какой макияж может еще сделать с этими палетками. Так что все пишите, все читаю. Все интересно. Так что заранее спасибо за просмотр.
Я вставлю свою реакцию на эти на палетки, на которыми я буду делать макияжи и еще какие-то там, ну, я имею в виду, водные штуки, как я их называю. Давайте начнем с палеток и вот с одинаковых вот этих, ну, почти одинаковых палеток LCF. То, что меня раздражает, клеются эти... Блин, я думаю, знаете, когда покупаешь косметику, очень прилипчиво есть лента, ее клеят, ну, чуть ли не на стык. Меня это бесит первое. Лучше так не делать. Персик, ну, уйди, пожалуйста. И не нюхай меня. Давайте начнем вот по порядку. То, что я когда, ну, видела эту палетку, я думала, класс, она голубая. Ну, тут голубые оттенки есть. А, еще второй минус. Они хрена открываются нормально. Да, тут есть голубые оттенки, классные, но... Как по мне, если голубая палетка, должны быть оттенки голубого, синего. То есть, ну, я думаю, вы понимаете. Тут цветов, скажем так, связанные с синим, ну, голубым, синим, 4 цвета. Это хрень. И пигментация, я думаю, вы увидели. То есть, чтобы я сделала уголок себе голубым, это, я не знаю, я вот так вот вдавливала просто себе в уголок глаза. Поэтому голубая палетка мне не понравилась. Коричневая, ну, как коричневая. С ней как бы, ну, более-менее все. То есть тут коричневые, там, какие-то цвета коричневые, там, типа золотого. То есть, ладно, более-менее вписываются. Она нормальная, она мне понравилась, повседневная палетка. Фиолетовая, ну, тоже, блин. А где фиолетовые? То есть, как по мне, тут фиолетовых, ну, может, 3 цвета. И то это я натяну. Ну, а тоже хорошая палетка. Если сравнивать, скажем так, сейчас, вот эти две и вот эту, я выберу вот эти лучше. Потому что это вообще не пигментировано ни хрена. У них с этим цветом проблемы. Дальше идем к палетке вот такой вот Эвелин. Персик, харе упаковки, хрысть. Пожалуйста. А, кстати, вот то, что я говорила, вот эта штука, которая прилипчивая очень сильно. Вот эта лента. Ну, что я вам скажу. Палетка хорошая, пигментированная, классная. К ней претензий нету. Дальше палетка вот такая, Эвелин.
Angel Dream. Тоже классная пигментация, суперская. Но минус. Я думаю, вы видите эту загрязненность. Я пыталась отмывать, но когда ты отмываешь, оно все равно влезает в тени, и тени опять размываются. Поэтому мне не очень это нравится. Ну а так, палетка классная. И, по-моему, если я не ошибаюсь, эту палетку мне подарила мама. Так что, мама, спасибо тебе за эту палетку. Она классная. И теперь палетка Glam Bee. Вот такая сумочка. Также я вот, когда вставляла, показала, что с этой палеткой также шли там, типа стразики, не стразики, а вот какие-то украшения под глаз вешать. Там еще куда-то можно на губы прилепить, кто как хочет. Поэтому, в принципе, класс. Единственное, что лоханулась, купила не ту палетку. Я хотела... Я не помню, где он тут находится, но где-то тут должен был быть синий. То есть в другой палетке. Так сюда. По поводу... Сейчас вот покажу. Вот этого вазелина. Я по-другому сказать не могу. Потому что это вазелин. Реально. Ну, простите, пожалуйста, это фигня полная. Хуже. Даже хуже фигня, там, какой-то иной... Вот этот смысл сумки я не поняла, зачем. Вот так вот таскать с собой, так она упадет и разобьется. Так сюда. С палетками закончили. Теперь по поводу, вот, в моем случае, я это буду использовать как карандаши для уголка глаза, как для стрелок. Но вообще это глиттеры, тени для глаз. Тут вот у меня... Я, по-моему, взяла все цвета, которые там есть. Это 5 цветов вот такие. Тоже вы их видели. Я вставила эту нарезку, не нарезку, а вот видео. Как они выглядят. Да, они еще с блестками. Я думаю, вы это увидели. Так что, да, класс. Единственное, что, по-моему, я не знаю, это или у меня попалось такое, или у всех будет. Вот этот розовый колпачок, он отпадает. Я его просто на суперклей насадила, и все. Дальше, по-моему, уже таких не продаются, к сожалению, в Еве. Но продавались тоже... А, да, забыла сказать. Это LCF. Это тоже от LCF. Цветные карандаши. Я хотела еще желтый, но желтый я не нашла. Искала, не нашла. Были только тестеры. Но не сложилось, значит. Ну, ничего, когда-нибудь. Ну, тоже 50-50. Потому что если рисовать... Это, кстати, как лайнеры говорят, но если рисовать, вот, по-моему, розовым, синим и зеленым цветом, я так не могу. Персик, угомонись, пожалуйста. Тихо-тихо. Ладно, будем свыкаться с этим звуком. Вот зеленый, синий, розовый. Короче, персик не сбил. Три цвета из этих, еще раз повторюсь, голубой, зеленый и розовый, они не пигментированы вообще. Фиолетовый, и вот такой вот, вообще он красный, но он бордовый. Так что да, вот они, да, пигментированы, но минус, не тонкий наконечник. Вы нарисуете, не сможете нарисовать тоненькую стрелочку. Так что да. Но, в принципе, мне кажется, классно. Для подростков, которые могут что-то креативить, да. По словам моего папы, я уже не могу этого делать, потому что я уже в этом году заканчиваю институт и как бы иду работать. Это не серьезно. Но, в принципе, советую. Но больше мой совет фиолетовый, красный и зеленый. Зеленый можно в уголок глаза, можно как-то тоже на глазу нарисовать, но не как стрелку. Если как стрелку, можно попробовать с базой. Вот надо, кстати, тоже попробовать с базой. Может сработать. Персик, отвали от ложки. И также меня тоже когда-то спрашивали про карандаш. Вот у меня столько карандашей. Вот такая хапка. Тоже это LCF. Белый, черный, серый, красный. Коричневый, темный, болотный. И два синих. Два цвета синих. Сводчи вы увидели. Я вставила... И также меня попросили сказать реакцию на вот такую кисточку. Это вот кисточка
от Glam Bee в подарок ушла, по-моему. Это кисточка 1, 2, 3, 4. 4 в одной. То есть в путь удобно. Вот вытирать их неудобно. Они моются с трудом. Только вот если мицелляркой и двуфаской, и хорошо-хорошо потереть. Тогда ототрется. Так нет. И, к сожалению, неудобно. Вот, например, вот так вот, ну, кисточка для пудры. Да, удобно. Откручиваем вот как для стрелочек. Я это использую как для уголка глаза. Да, удобно. Дальше уже неудобно. Дальше они идут маленькие. Особенно вот это. Вот. Ну, неудобно держать такую вот пиндюрочку. Но, к сожалению, купить ее нельзя. Но я знаю, вообще такие кисти продаются. Но в дорогу, да. Вот так вот нет. И еще то, что я не показывала, но я за кадром протестировала, это вот такое, это из новой коллекции Glam Bee, вот такое масло. Я купила в первом тоне, хотела воспользоваться. Я в ТикТоке увидела, девчонка делает классные макияжи с губами, вот с таким маслом. Но, как бы так выразиться, это фигня. Просто откровенная фигня. То, что это такое ощущение, что маслом намазали, вот этим подсолнечным, это ладно. Оно растекается, оно течет со страшнейшей скоростью и на вкус. Ну, извините, я лучше действительно подсолнечное масло на губы себе намажу, чем вот это. Поэтому не советую. Хотя, опять же, это... Мое мнение, может, кому-то оно и зайдет. Может, кто-то от таких фанатеет. Потерпеть для фотки, ну, ну тоже. Фотку за ним можно делать 2 часа. Так что да. Я вот недавно видео снимала. Видео заняло там ну, буквально 59 секунд. И вот там вот я пыталась один кадр сделать, наверное, 30 минут. Вот с этим я бы не выдержала. Поэтому нет. Что ты смотришь, персик? Да, кстати, я коробку нашел. Так. Персик, отойди. Вот. По поводу коробки от Glam Bee. Вот, то, что я говорила, вот такие стразики. Так что да. Вот тут инструкция, куда их можно повесить. Поэтому да. Но хочу еще отдать должное. Коробка классная, прикольная. Ну, видно, что заморочились. А теперь по поводу вообще вот итога по всем этим 6 макияжам. Пока что, слава богу, кожа мне не сказала до свидания, прощай. Но вчера у меня жесткие проблемы были с глазами. У меня глаза воспалились, они болели. Чтобы вы понимали, я с какой-то дурости решила снять это видео перед встречей с папой. Потом я встретилась с папой, мне ну, тоже надо было накраситься. И я не смогла. Для меня вот эта вот кисточка, которая... Я растушевываю все. Она такое ощущение, что тут иголки вот так были вставлены вместо ворса. Я вот так вот цвет размазывала. Поэтому, да. Не экспериментируйте. Лучше делайте раз... Если хотите делать вот такие макияжи с несколькими палетками. Вот сколько палеток, столько дней желательно. Иначе глаза вам скажут пока-пока. Потому что я постоянно их терла. Я постоянно вытирала их салфетками, маслами. Ну, я имею в виду вот двуфаской. Поэтому, ну, нет. Плюс у меня такое впечатление, что палетки, которые я тестировала, может у кого-то пойти аллергия, потому что у меня она пошла. Но сейчас не так видно уже, потому что я мазала кремом. Ну, вот так вот. Так что да. Если вы спросите, какие палетки из этих я советую вот прям на 100%, это смотря для какого макияжа. В принципе, я могу посоветовать все, кроме голубой. И, наверное, если... Ну, коричневую фиолетовую я посоветую, потому что, в принципе, это повседневные цвета, плюс-минус. Так что да. Вот так вот. И также, кстати, мне напишите в
комментариях, выпустить ли мне те видео, которые я снимала уже с этими же палетками. Просто такие прикольные видосики. Пробовала новый формат для себя. Так что обязательно напишите, потому что я не знаю, выпускать, не выпускать. Поэтому да. Всем спасибо за просмотр. Персик, даже не вздумай. Он просто мне уже вчера свалил зеркало. Оно разбилось, вот эта часть. Сейчас думает камеру мне еще свалить. Нет. Так что всем пока-пока.